Обвинительный акт вручили мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 7 фигурантам нашумевшего дела о приобретении Одесским горсоветом бывшего завода «Краян». Такая информация появилась на сайте НАБУ. Кроме Труханова, в списке его зам, а также чиновники Департамента коммунальной собственности. Напомню, всех подозревают в присвоении бюджетных денег. Речь идет о 185 миллионах гривен. По данным НАБУ, фигуранты использовали коррупционную схему. Приобретали за госсчет здание обанкротившегося завода. При этом цена недвижимости была заведомо завышена. Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Обвинения в свой адрес они отрицают.